Привет, с вами канал «Все для огорода». Варится борщик из пакетика. Вот тут раз покупал баночный, баночный мне больше понравился. А здесь все-таки все сухое. Когда это она там размокнет? Там написано 25 минут. Его надо просто налить воды, высыпать из пакета и 25 минут ждать, когда он сварится. Вот надо было все картошечки, конечно, положить хотя бы одну, но и не стал. Что-то супчик-то захотел жидкого. Это все сухомятка с сухомятками. Вот здесь я помыл плиту. Тут было все это закакано. Ну, это суп я сегодня котлету уже отварил, побежала. Не успел. И, короче, всю плиту это закакало. Вот сейчас помыл ее. Мой обычно беру этот самый ферри. И сыплю соду. Соды сыплю и ферри. Немножко водички и вот этой теркой такой металлической. Жик-жик, и она белоснежная получается. Ну и горячая вода еще, естественно. То есть сначала насыпаю соды, вот этот ферри немножко выдавливаю, чуть-чуть водички и вот растираю. Все хорошо отходит. Потом водой просто смываете горячей и все. И поддон такой белоснежный получается. Вот, закипело. Сейчас. Вот оно у меня уже кипело. Просто я здесь немножко остужал. Это поддон здесь помыл. Ну, тут скажете, грязный поддон. Знаете, как обычно смотрят, чтобы под ногтями этих под ногти грязи не было. Чтобы брюки чистые были. Чтобы батон, плита была чистая. Все только смотрят эти. Вот. С вами канал «Все для огорода». Подписывайтесь, снимай все подряд. Вот. Я второй, третий день. А, какой там. Два дня уже пью кефир. Вместо ужина. А здесь что-то супчику захотелось. Думаю, ладно. Супчик это же не еда. Хлеба здесь нету. И при том здесь он бульон простой, обычная вода. Я думаю, с него не поправишься. А вы варите эти борщики из супов? Вот, ну я такие уберу, знаете, вот сейчас покажу какой. Здесь еще есть суп такой, типа куриный такой вот, такой. Вот, ну точно такой же пакет, только написано борщ. Вот, стоит одинаково, там, не знаю, не помню сколько стоит, по-моему, рублей 50 что ли, пакетик такой. Вот, ну на куриный здесь написано 15 минут, а борщик 25 минут, потому что там вот эта капуста и свекла, она высохшая, она должна быть немножко размокнуть. Вот соли здесь не добавлял, соли я потом добавлю. Ой, уже уварил, смотрите, сколько чуть-чуть осталось. Ну, ладно, буду выключать здесь уже все. Сейчас соль добавлю, остынет и немножко похлебаю, а то что-то супчику захотелось. Спасибо за просмотр, с вами канал «Все для огорода». Всем пока-пока. Вот тут чайник чистить, я в прошлый раз чистил шкуркой. Вот это. Уже это как бы начинает тоже темнеть, надо тоже будет его почистить. Я шкурку беру, чищу. Мне не жалко посуду чистить. Там вот сковородку я вот очищал. Она была вообще вся черная. Осталась чуть-чуть местами, там черная она. Вся полностью не очистилась. Вот. Ну все, вот такой суп сейчас буду. Сейчас остынет. Сейчас надо посолить. И немножко налить тарелочку, чуть-чуть поесть. Прям без хлеба. Спасибо за просмотр. Всем пока-пока. С вами канал «Все для огорода».